Компактная мини-печь на 30 литров с грилем и конвекцией. На распаковке сегодня мини-печь Hyundai с индексом MIO HY084. В комплекте помимо самого устройства прилагается решетка для гриля, эмалированный противень, съемная ручка для поддона, инструкция и гарантийный талон. Только посмотрите на этот великолепный дизайн в стиле ретро. Плюс эта мини-печь действительно компактная, при этом вместительная 33 литра. Такой объем позволит готовить два блюда одновременно и подойдет для семьи из 2-3 человек. У мини-печи есть нескользящие ножки, чтобы она устойчиво стояла на столе. Открытие дверцы здесь как в полноразмерной духовке, откидное. Удобно при загрузке и выгрузке противня в камеру. Внутри камеры есть подсветка, она позволит проследить, достаточно ли запеклось блюдо, не открывая дверцу. А теперь о функциях и управлении. Тут все просто и понятно. Три поворотных переключателя устанавливают температуру, режим, время и таймер. Режимов работы три – верхний, нижний и двусторонний нагрев. Температура регулируется от 100 до 250 градусов, то есть эта мини-печь вполне способна заменить духовку. Позволит запечь буженину, рыбный стейк, сделать овощи на гриле или запеканку. Таймер устанавливается до 120 минут. Когда блюдо будет готово, мини-печь предупредит об этом громким звуковым сигналом. Подведем итог. Эта модель мини-печи от Hyundai подойдет тем, у кого мало места на кухне. В ней удобно запекать, делать гриль, готовить выпечку на небольшую семью. Для дачи тоже подойдет, так как у нее небольшая мощность.